Такс. У меня кто-то спиздил железную кирку и железный топор. Ну вот это, кстати, возможно, был вчерашний шпион. Это, да, челик вчерашний спиздил у нас там. Пока мы там дефались, он бегал по нашей базе и спиздил и убежал. Но мы его один раз отпиздили, там Миша его отпиздил. Тяжелые подкладки как делать? Нам нужно... Тяжелая кожа нужна, толстая кожа. У нас нету, да, такой? Не. Нужно искать мобов, вот я и говорю. Так, надо хилки нахуй крафтить дальше, а то что-то я тогда остановился. Бля. Тут, Саня, сет есть DLC-шный, если интересует. Где? Вот целый в этом крайнем сет? Ящике. Целый сет прям, да. Что, он крутой? Я... Ну, у тебя DLC куплены или нет? Нет. Нет. Ну просто его чинить, блядь, нельзя. Я стричу могу положить. Там еще вот такие штуки есть. Вот это охуеннейшее просто оружие. Просто пиздец. Оно очень лютое. Да не, я ж. Тебе тагана не езжаю. Не, я все просто средний сет сделаю, буду чинить его. Ну смотри, типа... у меня открылся 30 уровень, у меня с 30 уровнем открылись новые предметы. У тебя есть доспех, смотри. Но его нельзя почему-то чинить. Давай, Финн, я жду. Какой? Ну, я скинул. Сейчас. Не, тоже не могу. Ну, потому что это ботовский, скорее всего. Ай, блядь, ты чё нахуй? До сержанта, Марк. Так, ну что мне надо? Во-первых-то, наверное, инструменты. Погоди, остальное... Так, еда, вода есть. Еда, вода есть. Хорошо. Что, куда побежим сегодня? Саванну за этими, за носорогами? Что вообще такое саванна? Вот это пустыня. Вот это, наверное, саванна. Хуя, мешки для увеличения урона, блять, какие-то появились. Так, ладно, мне надо грамотно это все сделать. Или нет, погоди, блять, а где набор инструментов-то нахуй? Во, остальные инструменты. Ой. Блять, ну... Сука. Так. Зельевар, искусный кожевник, блядь, искусный кузнец, ёб твою мать, блядь. Искусный плотник, это всё надо. Погоди, а где... А, ну, наверное, готовая, да? Да, теперь у нас есть повар, кстати. Что-то, блядь, не могу вкачать. Почему? Бронник. Все, у нас есть повар, который теперь занимается этим. Едою. Угу. 27 железа. Ну, короче, первым делом нужно за железом сходить, что его вообще нету. Да. Чел спиздил. Оно у нас тут рядом, так что мы копаем. Ну, да, если надо, здоровье. У меня есть, у меня тут 256 железа, но... Кстати, у меня кто-то спиздил, блядь, еще железо, нахуй. Может, чел вчерашний? Да нет. Я не трогал у тебя вообще в доме ничего, кроме того, что ты мне тогда давал. А, во, реально можно запереть, блять. Охуеть, ящик можно было запереть, ты представляешь? Так, как запереть? Е зажимаешь и запереть, да, блять. Запереть. А эти штуки я могу? Джокер, а попробуй открыть ящик. Отмены, использовать. Получается, и дверь, да? Тоже, нормально.
Надо было вчера делать в первую очередь, мне кажется. Да, я могу их открывать. Да, надо было, значит, блядь, что-то мы, блядь, затупили. Много я весит. Смотрю, короче, да. DLC, парни, это ж просто скиды на мечи. Да, ну там оружие, которое мы не можем использовать, если что. А, не, еще, потому, что где ты нашел огромный ящик? Типа, меч. Огромный ящик, блядь, где-то качал его Родос, не помню, нахуй, у мебельщика, возможно, блядь, но это не точно. Нет, не оно, блядь. Мебельщик. Я просто случайно нажал сброс, блядь, и все сбросил, нахуй. А, теперь ты заново все качаешь? Да, блядь. Прям как в Атласе. А, ну да. Бля, Атлас был пиздат. Нехуй было сброс нажимать. Да случайно нажал, нахуй. Да, да, это нормально. Но мебельщика нету большого ящика. Сейчас, Мэнкун, погоди. Не знаю, Дайм, она куда мне тратить? У меня, блядь, доступно 74 очка. Вот что мне с ними делать, нахуй? DLC-карта интереснее, чем ванильная. Ну, так это заново развиваться нужно будет, да, если мы в DLC пойдем? Полностью все с нуля. Блять, карта интереснее, чем ванильная. Мы даже ванильную не играли. 32-й уровень нужен для них. Ну, можно вот потом срань, будет. Блять, а? Типа ванильную когда поиграем, наиграемся. Сушильня, нахуй, интересно. Здорово, Самсон. Нашел большой сундук. Он коробочка. Там делается из этих это деревьев. Это где, где здоровяк? Вот у меня Товгай. Ручная огромная топор, дерево, железо. Железная рама. Ёбану, рот, железная рама. А у нас верстак есть, мужики? Да у нас дохуя верстаков. 31 ага, уровень, кстати, есть. Нормально. Блядь, чё там? Долго. С вас чё падает? А, это, кстати, возможно, вот эта вот херня. Доспехи налетчика, блядь, может быть. Или доспехи песчаной бури. И чё даёт? Плотный. Кимыч, спасибо большое за подписочку. Благодарю за вступление в наши ряды, старина. Спасибо огромное тебе. Спасибо большущее. А, ну это вот походу и есть, блять. Ну вот условно доспехи на... А, вот искусный бронник, блять, еще. Оп. Наверное, доспехи налетчика и доспехи песчаной бури надо брать. Я вам скажу, что в игре есть 4 уровня рабов, а есть темные рабы. Вот их надо ловить и искать. У них особые крафты. Слышали, мужики? Да, угу. Да, это тоже вчера говорили, но... То есть именные, есть просто уровни рабов, а есть именные рабы. И вот они пизже гораздо. У них есть свои какие-то. Так, интересная инфа про ДНД. Возможно, разрабы ДНД украли игру из прошлой компании, в которой работали. Nexon сделали свой ДНД, но в какой-то момент решили перейти к концепции стрелялок на зону. Поэтому некоторые разработчики пытаются украсть ассеты и инфу из проекта. После этого они перешли в Iron Maze и сделали игру по старым наработкам без огнестрельного оружия с ассетами, которые они покупают на открытых маркетплейсах. Теперь там, походу, будут разборки. О, жестко, блять. Жестко. Блять, тесаное дерево ебанное. Кто там это делает, нахуй? Плотник, наверное, делает. Так, мне надо железные кинжалы сделать. Потому что кинжалы, если что, довольно хороши. Если недооценивали их, дооцените, так сказать. И хилки, если надо, можете еще забрать. У меня тут много их. Там есть лекарство у стола алхимика, тоже интересно, что это такое. Наверное, лечит лекарство. Не, ну так логично. Теперь по маленькой пальме. Кора будет. Нам кора нужна для чего-нибудь? Кора для кожи нужна. Для только этого. Кора нужна, чтобы кожу делать, Алексей. А-а-а. То есть там в эту хуйню ставишь, типа она как этот, как в костре, короче, дрова работает. Понял. Так. Уровень требуется тут, да?
Железную дубину, ёбана, вот конюшня, загон, кормушка, маленький загон для питомцев. Никто не хочет заниматься животными. Бля, ну я думал микрокрокодила разъебать, короче, дубиной, но я пока дубину не умею крафтить. Я типа с земледелием хочу попробовать запариться, но вот хуй знает, пока... Я пока точно знаю, что нам нужно много дерева, блять, вот это факт. И железо, опять же, да хуя надо. Дерево, железо докопаем, можем прям сейчас же пойти. Это не проблема. Факты. Бля, вот есть хорошие лечебные повязки? Может, они так, лучше? Так, пойду поищу верстак плотника. Колодец надо будет еще сделать потом. Я вот тоже поставил, сейчас я буду сейчас его бахать. Только снаружи, либо внутри его делать, нахуй. Так. Да не, Ворси, я сразу сказал то, что... Этот, как его, то, что DLC-шные скины, это вообще другое совершенно. Кайф. Я его не вижу. Че, веру не качаем? Пока... Не вижу смысла в это упарываться. Много механик, которые надо делать до этого. Брусков. Так. Бля, железа не хватает, а? На животных можно лут перевозить, но хуй выруби. Его знает. Вот это я не знаю. Ишо. Чего? Да похуй, что-то, что и будет. Бля, железа нет. О, Миша, кажется, железо. Хотя... Что за кажется такая? Дети, Миша, можно спиздить железо. Ну, на броннике, там, на бронном станке. Нахуй. Блин, автосортировки очень не хватает, блин. Чтоб сундучки так, сами... Так, и чё я хотел делать? Так, у меня сейчас, блядь, бронные вопросы начинаются. Дерево, хитин какой-то. Я у тебя 50 железа спиздил. Хорошо, хорошо, Родос. О, пойдет. Бля, надо, наверное, второй этаж начинать строить, делать. Так, а я, типа, не знаю, что такое плотническое дело. Очень нужно камня много. Так. Я бы еще потом... А, ну хотя вот мы сейчас можем сделать снаряжение стальное... И пойти вот в ту пещеру, блядь, с пауками, где там мега скелет был какой-то. Да, можно. Вам всё играл в эту игру, еще. Сервера закрыты, если что, давно уже в ней. Если ты не знал. Только если какие-то другие я есть серваки неофициальные. Миша, пизди еще 4 железа. 4 железа? Жесть, Родос, не знаю, как переживу, блядь, эту потерю. Скажешь, Родос, кстати, потом, куда тебе удобнее перевести будет за сервак? Да не надо еще, забей. Да, блядь, забей, ну что такого? Ты мне игру подарил, успокойся, что ты. А я нихуя не сделал. Сколько стоила игра? Это хуйня, надо это. Да ладно, надо успокойся. Надо все равно за сервак скинуть. Не надо ничего. Не-не, надо. Вот потом в будущем будете, я нихуя не буду платить. Я припомню. Ебать. Ты, получается, хитрый, да? Надо же платиных найти для начала. Нормально вроде бы. Зачем париться? Вам, блядь, кому-то... Я понимаю, хитрец. Он хитрец, мужики. С каким шансом железо из камня добываешь? Опять через шип не сплитываются вещи. Кузе. А, ебать, реально, прикиньте, когда копаешь камень, можно накопать железо, блядь, и оттуда с каким-то шансом. Охуеть, я даже не знал, блядь. А где эта гора камня? Ебать. Блин, не понимаю пока, как палки сделать. В смысле, палочки? А может на... ветки себе. Именно, ветки, да. Ветки, может, просто надо... добывай дерево. Слушай, вот не зря, не. Слушайте, со змей можно добывать этот, где эти железы ебаные. Просто дерево это не то. Походу можно как-то из дерева скрафтить палки. А, вот да не за блядь. Что вам. Я просто Трое играл было. В Life is Feodal, когда она работала опа, еще. Опа. Не знаю. Сколько да, сервер стоил? $20 на 30 блядь, человек на будет. Месяц. Так, еда, протухшее мясо уже не нужно. Блядь, я не знаю, блядь, я не заебали. Слежу, вообще похуй. О, это вы тут стены строите.
Листья алоэ плюс кожа. Короче, из 10 листьев алоэ и 10 кожи, видимо, делаются 10 охуенных бинтов. Mm-hmm. Ну, слушай, кожа у меня дохуя вообще. Ну, алоэ ты тут... А, ты все алоэ я все перекрафтил, да. Я пойду пособираю. Бля, так. Я сделал еще из змей. Помнишь, Миша, этот вчерашний змей? Там я собрал 20 со всех змей, блядь, 20 этих железы. И из них две хилки сделал, какие-то фиолетовые. Я не знаю, что. Хм. Имбовые. Надо микрокрокодил найти. Так, и мне, наверное, надо покачать строительство лестницы. Я его точно видел. Он вырос, что ли, уже, или, или чё? Где этот микрокрокодил? А я микрокрокодила видел, я думал, сейчас пэта себе возьму. Mm-hmm. Блядь, а у кого делаются эти... А... Сука, я эти рямы... Ну, я больше его не вижу, возможно, он пропал. Делать. Не, мы шире не будем делать халупы, мы будем строить ее выше, иначе у нас опять будет пиздец, который был вчера. Банная. Блять, микрокрокодил, ты где? Дерево еще требуется, рили? О, ноу. А у меня же есть дерево. Я ж приносил вроде бы много. У нас пока фулл ПВП. Но у нас есть правила, типа... Да нет таких правил. Пока различные. Нет правил никаких. Не, да. Ну какие? Если вы ну... всем чатом объедините и придете нас ебать, это некрасиво по стриму. Так в смысле, это и не будет красиво по дефолту. Ну, типа, у вас ну есть вот. Клан, ваши 5 человек, кто уместился. А, 5 человек умещаются. Ну да, клан 5 человек вроде бы. Кто уместился, не, я тот имею уместился. Они собирают клан из людей из чата или могут друзей звать? Вот. Ну. Не, ну вообще, если там друзей приглашают, mm-hmm. конечно, можно, но, естественно, если ты спросишь, вот. Если кто-то без спроса сделает, оба полетят, да и все просто потом. Oh. А так, если ты с чантом с кем-то кооперируешься, это еще лучше, мне кажется. Да, вот я за то, что кооперация с чатом была. Работягами из чата. Работяги с работягами. План из пяти, но альянс-то никто не отменял. Альянсы уже заключают там. Блять, с таким успехом мы можем альянс с кем-то заключить, блять. Факт. А, все, он отагрился. Бля, мужики, не хотите босса захуярить? Босса? Какого босса? У нас тут босс рядом. На острове на нашем? Да, на нашем острове. Так он, блядь, вообще ванильный, блядь. Вот 3000 ему нет его. Нихуя себе 3000. Ты вчера, блядь, этого пиздил трех черепов, а этого боишься. Ну... Я, этого в соло можно отпиздить обычной дубинки, я его вчера пиздил. Ну, у меня нет дубины, у меня лук. Да постреляй, не поймешь. Дай один выстрел ему в голову, видишь, сколько урона, блядь. Не пол знаю, хп ему снесешь. Делать скромно, типа. Не, пол хп не сношу. Ну, я съебался с острова. Так, парни, я DLC купил. Жестко, Саня. Если кому-то что-то надо скрафтить из DLC, говорите. Угу, окей, Санек. Я купил... Кинжальчики скрафтишь? Нельзя, японская DLC. Вот да, кинжальчики могу. Вот, мне скрафтить кинжальчики. Яматайский сай я могу крафтить. Да-да-да, вот это мне скрафти. Но у нас железо не продался. Бля, ну я сейчас за этим пошел, за хилками, а ты иди за железом. Я за железом пойду. А, из-за кровати, maybe, блять, нельзя, я хуй знаю. Не, это не на сервер Конана. Это на станцию ты проходку себе купил, молодец. На сервер Конана лично я добавляю только тех, кому доверяю. Алдов, так сказать. У кредит доверия есть. Не знаю, правильно это или неправильно. Нету. Алоэ нету, блядь, нигде, что за хуйня? На спавне прям алоэ дохуя. Я вот пришел. Сори, Родос, это я спиздил. Надо эти себе даггеры сделать тоже, хочу с даггерами побегать. Даггеры охуенные на самом деле. Но вот я планировал лукарь и даггер. Типа издалека лук, вблизь подходишь, достаешь два даггера и начинаешь месить. Угу.
А нахуя я так много сделал? Нахуя? Точнее, блять, мне же надо было вот сюда, по сути. То есть мы вот эту убираем. Ну и нормально, вот тут уже можно повыше сделать эту крышу, не крышу. А, типа, можно сделать как-то так, чтобы на твой дом не могли забраться, блядь, именно на крышу. Шипы какие-то-то, а. Ну, вот эти только, да. А, типа, широкую такую сделать, типа, широкий пол. Мне кажется, ты можешь просто навес сделать. И, типа, когда он снизу ползти будет, он вверх ногами не поползет по стене. Ну, мне так кажется. Ну, а да, так можно шипы, наверное, поставить, и все. Так, стрим-снайпер, блядь. Опа! Ну вот мы и нашли человечка. Так. Шипы просто есть на здание, прям устанавливаются. А как они вот выглядят, например, вот это в строительстве, да? Но это чистокол, это же не то, да? Я заметил такую тематику, что типа на крыше, просто вот крыши эти под углом, да, а на них нельзя встать ногами, на них карабкаешься. Можно построить типа угол, понял? Ну, подсказать. Здорово, просто вверх строишь эти крыши, пока острый конец не будет на конце, и все. Получится, конечно, у тебя, блядь, какая-то, блядь, сосулька. Ебать, надо. Мужики, у меня тут есть кожевенник третьего уровня, он нам нужен? Бля, да. Подходите, там, где мы металл фармим. Самый первый уровень. А, вот это? Третий слева. А-а-а, вон оно чё, блять. Деревянная лучник града. Второго левела, но лучника я уебу, пожалуй. О, лучника тоже. Тоже надо? Бля, ну лучник бля, уже я бы почти. Лучника вот сначала это взял. Типа? Да и кожевника, и лучника у нас там хватает этих. Ладно, я их отагрю, чтобы они похилились тогда. А ты вот можешь их просто поближе к берегу притащить? У тебя со скалы запрыгнут. Я их хорошо потаскиваю, просто лучник почти разъебан, он умрет сейчас от пары выстрелов, от пары ударов бля, твоей дубинкой. Бля, ну могут, в принципе. Бля. Но я бегу. А сделай мне тогда дубинку, я тоже буду забивать. У меня просто дубинки этой нет, я даже бля, не знаю, я пока не могу. Ладно, пока просто крышу сделаем тогда. Ну через дом забеги. Лучник еще на агре, надо его отагрить. На, наклонный... А, ебать, напалм, ты гений. Напалм такую идею охуенную же предложил. Миша, сделай наклонную крышу в обратную сторону. Они не смогут забираться. Да, это я понял, да забей. У меня тут рядом скала, со скалы на изи могут запрыгнуть, а, поэтому, да. Да. Так, и еще один момент. Факела, блять, есть тут факела, именно которые можно вешать. То есть это же как оформление. Там прокачать надо. Во, да, факельщик, да, да, блять. Хули, не могу прокачать. Так, где я нахожусь? А тут качается, что за хуйня? А я тогда к Мише забегу, Мишань. А сделаешь мне вот эту дубину? Я не умею. Какую, для приручения? Да. А я тоже не умею. Это уродался. Это первая, блядь. Первая штука это. Это, блядь. Первая, таланты. Где она? Сейчас. Выживание, и там есть рабовладелец. Вот а, это качаешь. Выживание. Рабовладелец. Факел. Ага, вижу. Факел, блядь, требует, ёб твою медь. Дубина. А я только на верстаке? Да? Ее в руках не нет, скрафтишь? А, не, можно было и так скрафтить. Кожа только нужна. Ну кожа только дома, к сожалению. Да, я уже ползу дома. Кувала Кардин, здорово. А, блять, а чтобы видеть, куда ставить, нужно видеть, блять, куда ставить, а уф, нахуй. Я-то сказал, бля. Да. А этот парень умный. Так.
Батя там грибов насобирал откуда-то. Так, куда закидывать 240 железной руды, мужики? Nice. В печку сразу. Верстак коваля? Нет, печку говорю. Печка. А, вижу печки. А хули не работает? Запустить. О, 119. Да, железа нет здесь? Ну, Джокер, этот Элькор собирал. А где? Они наверху, да, Элькор? Где? Они, вот, да, типа... около этого сидят, около... Костра? Около костра своего, да. Железо закинул, дубинку сделал, бегу к тебе, Родос. Так, вот ты кто, нахуй? Вообще сдохнешь из-за дыма факелов. Да не, это же не Вальхейм, ребята, тут так его нету, блядь. Бля, вот не понять, кожевник, он третьего левела какого типа, блядь? Кожевенного. Как, блядь, это же кожевник. Бегу к тебе, Родос, помогать дубинкой бить. Бля, уровень чистки уже, пацаны, подходит, блядь. Вы там что-то строите? Внизу. Ну, да. Я в ширину не строю, я строю наверх, но он подходит. Походу не роляет. Не, роляет, роляет, роляет. Роляет? Как же потолки давят? Да нормально, мужики, в тесноте да не в обиде, блядь. Я он, блядь. Просто надо вот эту хуйню все перетаскивать, начинать. Ебашь его, Радао. Ай, блядь. Мне лучник в ебася удал тоже. А, погоди, проверим хилочки. Ух, блядь, ты там хилочки проверяешь. А, я. Ну, я могу поставить ее, да? Это, все, я готов. А, я, блядь, пока перементуюсь. Принял. Такие... хилку, нахуй. Так, а вот тут кожевную всю хуйню. Просто для, типа, то, что добывается, чтобы все в доме, нахуй, было. Ну вообще. А ты что-то не похилился, да, Радос? Ебать, бокс, не нахуй. Не похилился, потому что урон получил, и она отменилась. Оглушение работает лучше, чем у вас авторитет прокачан. А, нужно авторитет катать, чтобы оглушать их. Нормально, нихуя не видно. Четко. Так, ну я тысячу железа накопал здесь. Бать, хорош, хорош. Так, ну мне уже можно делать... Блять. Не умереть бы. Новую мастерскую. Давай, давай. Улучшенный верстак бронника. Это стальной брусок. Улучшенная печь, железный брусок, кирпичи. Вот нужны кирпичи. Бля, вот это плохо. Это очень что плохо, там? Родос. Но она в воде застряла. Пизда, этот хуйло по мне попал, блядь. Ну что это за нелепость, блядь. А где кирпичи делаются, пацаны? Умелец или что? А нет, это обычное оружие и доспехи. Мы так лестницу и не построили, да, никакую? Нет, у нас эти ванильные все стоит, вот эти чистки, печки? Чистки. У нас не стоят быстрые, просто ванильные. А что за чистки? Типа волны мобов начинают переходить? На таб нажми, у тебя под твоим, ну, типом понял, уровень, да, чистки. Ну и типа... Они зависят от того, насколько ты жесткий, да. Да, чем больше расстраиваешь себе этот... Ты разъебал одного? Нет, она за тобой заплыла в воду и отагрилась. Надо печек побольше поставить. Просто отагрилась потом. Полностью, что ли? Да. А, камень, да, в печке, блядь, даешь, и как или железо? Или пропала, я ее вообще не вижу теперь в воде. А где она, нахуй? Она просто застряла в камнях. Реально? Она застряла в камнях, ее там бить нельзя было, она плавала. Ой-ой-ой. Так а ты где был? Камня миллион надо, парни. В смысле, где тут был? Ну ты говоришь, а где она, где она? Ну я не вижу, блядь, ее. Пропала и все. Ну, я здесь месился с лучником, а она исчезла куда-то. Вот здесь там была, бля, надо, наверное, текстуре камня и делать. Плавала вот так вот. Выплыть не могла. Я могу у графона ятаганы взять и починить их просто раду. Да, любые, если графону не нужны. Ну, можешь просто взять. Графон сам хочет вроде бы иметь. Ну, я кинжалы себе могу также сделать просто. Сай, да, и вот все. Эти починить тебе, нет? Так, сейчас полсекундочки, я подойду, Родос. Ну и забери, а возьму. Бери, Родос, пользуйся ими, если хочешь. Не, так это Сая, он ятаганы просил. Так а в чем разница? А, ну давай. Есть давай. Там разница, ну, в ты, атаках. А ты не крафтил себе их? Ты просто, если попользуешься, ты, блядь, себе такие же скрафтишь потом. Спасибо. Не, не хочу. Уже улучшенную сделать, но мне, чтобы улучшенную печь, мне надо... Сейчас... Короче, давайте думать, что мне надо на новую печь. А, мне надо на новую печь. Кирпичи и железный брусок. 50 кирпичей, все, нахуй. Вот ты далеко от базы, Родос?
А я пойду за камнями. Я кожевников пищу. Блять, это было страшно. Так, у меня... А, ну, кстати, у меня тут еще камень есть, в принципе. Здорово, Маринер, привет. С тобой в доме эскортница живет? Не-не-не, это был Алексей. Это был Леша. А приходил сейчас Саша. Это нормальные ребята. Мои пацаны. Бля, это заебало. Тогда нужны две новые печи, но я сейчас пойду делать этот, камень добывать. Так, парни, сейчас буду делать две новых печки. Вот. Давай. Новые печки должны быть крутыми. Воду итог не заталкивай. У меня куча железа, надо много печек, ребята. Нас вот медленно две печки сделаешь? Не справляются. Я тебя скрафтил там, Радос, они... Mm-hmm. Да, его звучит неплохо, кстати. Они лежат там, где инструменты железные крафтятся. А вы кожаный журнал с собой носите? Кожаные дрова? Кожаный журнал. Нет, я их, блядь, скинул давно. Я ношу, но он, походу, бесполезен вообще абсолютно. Да слот, блядь, только занимает. Да там слоты же бесконечные, там вес. По-моему, она это. Вахуя. Да, застряла что-то. Вот она также застряла в воде и все. Забирай ее, уноси, потом лучника возьмем. А у тебя нет веревки? Нет. А, надо еще веревку. Нет, у меня веревка-то есть, сейчас я посмотрю. Бечевки нужно чуть-чуть. Сейчас я тебе сделаю. Там еще. Давай я пиздить второго. Может, сначала отнесем? Да, она не убежит никуда. В смысле, если она встанет? 10 минут они тут лежат, блядь. 10 минут спиздим. Mm-hmm. Я вот с собой ее возьму, буду таскать, пошли. Пойдем, жа-жа. А, на ужин просто взял. Чё-чё? Откушу. А, при этом тихо. Давай вам. Приятного. Там лучник третьего, да, или какой там, второй? Второго. А там для них специальную какую-то хуйню надо делать, чтобы они стояли или нет? Да нет, просто ставишь их потом, а там лучник тоже второй, бля, два лучника. Бля, ну одного нам бы я один, разъебал. Одного пизди, нет пизди одного вот этого дальнего. Дальнего, ага. Нихуя, он спиной стреляет. Я, кстати, нашел бесконечный камень, по-моему. Нихуя. Бесконечный камень, в смысле, его там много или бесконечный? Просто по скале типа бьешь, и у меня почему-то камень добывается иногда. Ну, по текстурной скале. А, реально? Ебать, Саня, гений. Бля, я бил, не добывал. А, не, погоди, там камень, блядь, внутри был. Блядь, какой шанс. Да, слоты конечные, понятно. Бля, у меня дубинка сломалась, Элькорт. Да, у меня тоже полудохлая. Надеюсь, хватит. У меня прям сломалась все уже. А, ну я успел починить немного. Ну, относи его тогда, я надеюсь, мне хватит дубинки. Веревки надо дать. Да, Малинович, можно. Если у тебя есть с собой. По мне лучник стрельнул. Ты уже скачал игру, готов лететь? Ваш. Он отагрился? Он на Джокера. А он на Джокера переагрился. Там этот. Черт, блять. Все, готов. Этого можно кончать. Джокер, умеешь этого пока убить? Ладно, давай убьем этого. Не, я его замедлил, он нихуя никому не сделает. Вот кидаю веревку. Давай. Берешь я в этот слот. У него куча стрел. На Е на нее. Веревку. Слот. Ну, надо ждать, пока кирпичи из на него есть. Здесь вроде железа больше нет, она не спавнится. Как потащили? Сейчас сможешь лестницу построить вот? Нет. Или мост через реку. Не можешь? Бля, не. Ну это такая геморройная хуйня. Ты можешь сам построить. Блядь. Зачем? Проще ж плавать. Скорость, по-моему, примерно такая же. Сейчас скину, Малинович. Ты же нормис вроде, ну, типа, бы, да? Чтобы не обходить каждый смотришь раз. Смотришь давно, пишешь много, нормис, нормис. Я наоборот думал это не строить, потому что это как бы, блядь, кто захочет туда заберется. Да, он в любом случае заберется, просто медленнее. Ну это понятно, ну, скинул вот медленнее. Данные. Вы понимаете, мы потом лучников закинем на эти все штуки.
Вот вчера я построил эту хуйню, блядь, тут змеи нахуй все сломали. Я думал, пизда нашей базе, блядь, будет. Нам повезло, блядь. Блядь, и надо вот тут, наверное, делать сейчас много я этих станков с деревом. Залез быстрее, еще... чем вы пришли. Как это называется? Куда ты залез быстрее? Ну, наверх. Пока а так мы в дверь. А ты в дверь быстрее попал? Умельцы. Дверь в эту нет, но в графон быстрее попал. Кожевника. Вот в эту штуку вставляешь ее на Е, нажимаешь и все. Не-не-не, вот в левую, там занято. Бля, что-то я походу вот недоизучал. Да. Ага. Да, теперь нужно взять еды и закинуть им туда еды и нажать play. Котел или куда? А, вот эту штуку. А еды есть надо поискать. Еды. Вот тут а, есть вот еда. Вот это нет еды. Угу, вижу. Вот есть еда. Вот возьми 50 этой хуйни, там вот осталось. Тупо? Угу. Забери свои эти кинжалы. А вот плотник, блядь, плотника о, кстати, есть, я бы тоже не нашел. Кинжалы. А, потому что, а где блядь, кинжалы? Вот здесь вот. Вот здесь. Плотника. Спасибо. Делаешь мне кинжалы тоже? Дерево и камень. Надо его еще. Ну, ты, Мата, можешь мне печку сделать за это? Печку я не умею ее делать, но сделаю, давай. Я поставил крафт. Просто две печки слишком мало, у меня по 1000 железа уже в каждой. Ща, да погоди, я поем. Этот Миша делает какие-то жесткие печки. Да, да. У него пойти это закинуть. Тогда к Мише. Сделал же Миша, Джокер. Нелогично использую пространство. А ты уже сделал, Миша? А? Ну сейчас будет скоро. Слушай, Миша, у тебя дохуя кожи. Вот тебе нужна столько, я 300 спичу тебе. Ну возьми, возьми, если надо. Пятьсот вот спизжу. Бери, 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 бери. А я мша, погоди, поем. Я ем и людей добавляю. Наверное. Хотя условно, если будет там. Да. Тут я делаю жесткие бинты, да? Это нет, не жесткие бинты, да, это обычные. Ну да, потому что это пространство, оно хотя бы даже вот этот один квадратик, он пиздец как пригодится. Вот так вот. А если еще и приседать, то, ну не, этот дрочь какой-то уже будет, блядь. А тут условно две хуйни плотника сделать. Дерева не хватает. Прям крутую печку построил. Да еще не построил. Там надо кирпичи, кирпичи долго делаются. И че, и камня не хватает, что ли? Сколько там надо-то, блять? Можно у вас на сервере поиграть? 250, можно? Только если я дам добро. Сейчас скажу тебе, аванпост, может у нас поиграть или нет? Ты пока можешь это закинуть ж... Саня в эту, я просто перекину я потом в ту. И все. 1200 закинул. Угу. Да, аванпост, я могу тебе скинуть в личку и хочешь закинуть. Это прям сейчас слитки нужны, я бы взял просто. Но ты не имеешь права. Можешь взять, кого-то. Сколько тебе надо их, много? Типа только ты зайдешь. Ладно, броню сейчас. Это еще, ну, немножко, короче. Погоди, а ты на стальную уже хочешь броню? Не, на железную. На железную, все, тогда окей. У тебя палок нету. Нету. Ну все, сейчас скину туда. В личку твича тебе кидаю. Взял аркор, да? Mm? Да, взял, спасибо. Закинул тебе в личку твича. Спасибо, Раптус огромное. А что развлечение дает? Так, пацаны, я... Хуй знает. Веселишься, блять. Там бот тебя развлекает. То есть ты залипай уже открыто, признаешься, что ты стрим снайпишь.
Мне одной кнопки достаточно нажать, понимаешь, старичок? Так. Смотри, какой щит мешает. Красивый? Жестко, Саня. Сочный так-то. Мощный, мощный, Санек. Могу тебе двуручную катану сделать, хочешь? Да нет, у меня топор неплохой. В принципе, меня устраивает полностью. Жестко. Новая печка стоит. Бля, для новой печки... А, ну также дрова требуются, нормально. Ну, пускай кирпичи тогда пока делаются. Тут железо. Так, ну и делаются пока кирпичи на следующую. Надо еще пойти дров собирать, чтобы вот эта хуета еще работала. Тесаное дерево. Поэтому с деревом сейчас пойдем. Армор нужен фуловый? Арбор? Или выкинуть его просто? Какой армор? Средний. А, у меня есть. Но... Ну, я не знаю, у Алькора же есть эта броня. Средняя, железная. Да, средняя. А, ну и все тогда. Кроме этих, кроме ботинок. Кроме ботинок. Вот можешь ботинки Лехе дать. У Миши в ящике. А зачем вам убирать эту печку? Она же пускай работает пока. Я сделаю еще ту печку, там еще поставлю, еще печку еще поставлю. Этих печек ебанись сколько надо. Ебанись сколько надо кирпичей, ебанись сколько надо железа. А потом и стали, это просто жесть. Да, максимальный вес, это мастерство надо качать. Да? Да, там написано. Мастерство придает максимальный переносимый вес, который вы способны переносить. А, нихуя себе, так на мастерство тогда тоже сейчас качать будет. Ну, раба плотника надо по-любому будет, чтобы он доски тесал. Это факт. Ебать. Как охуенно было похавать. О, блядь. О. Ардос, а чтобы раб именно начал на тебя работать, что там надо делать ему? Что за хуйня, блядь? Ардос нашел, видимо. А, ты разделся, потому что ты ждешь крафта, понял. Алло! Чё, 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 Родос? Это, чё там надо для раба, чтобы делать его? Тащишь его, колесо поле закидываешь. Он там въёбывает, да? Полчаса, да, полчаса он крафтится, потом ты можешь его забирать и ставить куда тебе надо. Пиздец. А, нихуя ты чё, ассасин? А, ты ебать! Нихуя! Демон. Ты они. Жёстко. Жёстко. Красота, кстати. Так, а где эта дубина? Бля, я так не могу привыкнуть к этой хуйне. Нужно рабовладельчество второго левела, нет? Рабовладельчество второго левела. Колодец, короче, который прокачал, я не знаю, где его строить, вопрос. В смысле, в земле? Угу. Бля, саи прикольные. Саи охуительные, а не кровоток, который вешают, это просто жесткая тема.
Действия спутников будут подначивать врагов, чтобы те атаковали их в первую очередь. Ты рубишь, Саня? Дерево рублю, Саня. Что они исцеляются, когда вы наносите урон на бою. Это как попал, блядь. Представление, грейд стата позволяет двигаться нормально с перегрузом, а не пешком. То есть вот так вот, блядь, это вообще охуительно. Так это вообще тогда такую бочку ресурсов можно просто брать, жесть. Там есть еще гораздо более прикольная, но это стата Абуз, поэтому я даже рассказывать ее не буду. Я не вот узнал сегодня и понял, что это пиздец. Да-да, это и топливо в печке, это и отёсывать древесину здесь, это вообще все надо, блядь. Написано, сейчас попробую. Хотя здесь сколько, 38 минут будет она хуяриться, она же будет хуяриться. Ну, рабочий стол ремесленника. Сделаем, чтобы условно. Рабочий стол ремесленника, пиздец, колодец нужно. А как открыть кирпичника под мастерью? Спасибо огромное. Оп. Вообще с головой, блядь, просто. Это... Вы открыли кирпичника под мастерью? А, 20 левел нужен. Все понял. А у тебя 20 левела нету? Не, у меня 18. Жестко. Джокер же меньше играл. Он ушел тогда рано. Так, Миша, ты кирпичи можешь крафтить уже, да? А, да, да. А что нужно для кирпичей? Это печка? Кирпичи, какая-то? Печка, печка, камни, просто все. А, в обычную печку камни закидываете? Да, да, да. У меня уже тут делаются кирпичи сколько? Ну, а три... у тебя нормальные печки или обычные? Ну, у меня одна охуевшая, одна обычная. Крафта как из Майнкрафта, блядь. Камни в печку. А охуевшая это что? Ну, охуевшая это новая, типа, улучшенная печь. Такая пиздатая. Невъебенная. Блядь. Ну, которая из кирпича и железа делается, Родос, у меня печка. Да. А, у тебя 30 левел, да? Да, да, да. Надо идти качаться, блядь, что делать. Это бежит. Или по звуку. Смотри, могут быть и нападения. Сколько у нас человек на сервере даже? О, так у нас нихуя играет-то людей. Да. Уже. Там прям людей нормально. Нормально, да, людей. У нас человек 15 точно сейчас играет, мне кажется. Можешь посмотреть. Ой. У нас есть бинты нормальные. Я поставил в этом. Можете найти их. Mm-hmm. Парни, в углу, как заходите в дверь слева, там есть алхимический стол. Mm-hmm. В нем пиздатые бинты, кажется. Не, ну кожа пока, наверное, эту дубильню. Mm-hmm. Алхимический стол. Пока отдыхает пока, много кожи тут. Хотя, наверное, эта кожа переработается вообще в легкую. Бать, там Джокер танцует. Ну, что еще надо? Кирпичи делаются, там надо еще. После отклонения 25, там ахнет трасса. Вот это, конечно, проблема. А, погоди, Санёк. А, не. 50 кирпичей, железных брусков 100. А, ну нормально, вот делается. Ага. Нормально работает. Чё, Саня, какие анимации, чё? Смотри. Есть тема. На Ctrl нажимаешь, ждешь, у тебя подсвечивается хуйня, вот так вот режешь. О, прикольно, так это же ебать, этот... Это Elden Ring, нахуй. Это этот, блядь, да, как Фредди его, можно. Это For Honor. Хуя, верхний этот прикольный тоже удар. Так, все, не ломайте мне броню, блядь. Хочешь катанарку вот эту? Вот она прикольно звучит, да. Но не знаю, хочу ли я ее. Бля, нужна ли надо она мне? Плотней. Типа сделать вроде для раба, наверное, эту хуйню тоже. Это полчаса так-то дохуя делов вообще. Пиздец, он попадает. А я вроде прикольные просто. Мне их должно хватать, я думаю, на первое время. Так, у нас есть какой-то сундук с кровью демона? Бля, надо пристройку дополнительную делать. Ну, босс убиваешь из него. Вот, кровь демона есть, да. Интересно, куда она используется. Копье заебись. Ну, копье потом как-нибудь, может, сделаю. Я хотел тоже с копьем попробовать побегать. Миша сказал говно. Да. Копье? Не, ну я бегал. Ой, блять.
Я бегал с маленьким дефолтным компьем, мне не понравилось. Ну, стартовая, которая хуевая по-любому, ну, да. Типа... Там наверняка можно сделать просто пиздатое оно копье. Оно короткое, блять, у него мувсет просто уебищный. Он типа бьет первый удар тычком, а второй такой: о, блять, сейчас вокруг помахаю. И нахуя этот удар, вообще непонятно. Делал бы он чисто тычковые удары, было бы охуительно просто. Спасибо, Джоки, он купил DLC с белыми домами или красными? Саня. Я японское купил. Он купил японское. С белыми, наверное. Почини, там я есть не знаю, как вот это чинить. Она не чинится, видишь? А где броньку можно починить на конверстаке? Тоже нахуй надо. А броньку? Тайская — это где ист написано? Возьми просто ресы нужные и ремонт. А у меня нет кнопки ремонта. Это на мне, на этих, на бронике, да. У Миши есть это хуйня вот эта. У нас нету ее. Я могу починить, если надо. Стол броника. Иду, Миша, в дому зайди, к дому, у него там есть броник. Ну да, сейчас посмотрим. Ну или можешь посмотреть, да. Я не знаю, просто может сам чинить или нет. Ну если у тебя есть навык прокачан, то может, если нет, нет. Верстак броника, так. Да, наверху уже Саня ебашит. Что, она ебашит? А я же не вижу, кнопки чинить на этом верстаке. Ну а стол получает, там 60 левел вроде требуется. А, нужно, наверное, сначала снять по себе. Сейчас будешь, Миша, я тебе выдам, короче, все оружие будешь тестить. Вы не умеете ремонтировать этот предмет, да, мне нужно это. Починить? Давай. Да, сможешь починить. Давай. А сюда еще стали немного закинул. А, железо. Так, это все железо, что осталось, ебать, грустно. Не-не, должно быть еще железо. Сейчас найду, кровь для взрывчатки нужна. Четыре катаны, интересно, чем они отличаются? Просто цветом? Так, ща, короче, я пойду железо возьму с этого. Или специальная атака. А ты, Саня, сейчас брал железо с печки, да? Да. Я сейчас еще 16 железа принесу. Я, а знаешь, культу, у меня лесов не хватает для колеса боя. Как? Крабовладельцы. Вот что, железо 16 штучек. О, давай, вот с этим количеством должно хватить, я думаю. А у вас квест сделан на элемент легкого доспеха? Наверное, Санек, хуй знает. Это кто? Я. Роуда. Я просто пока без одежды, из-за того, что жду одежду. Сейчас Мишка починит. У меня, если что, Бучок. Талантов дохуя. Если вдруг нужно будет что-то открыть, нам не будет хватать, я пока покоплю. Миша, у тебя что, бечевки вообще нет? Есть бечевка. Она у меня, у меня в кармане. На бронную хуйню скинул. Мне просто нужно одну легкую подкладку сделать. Так, Леха, скидываю твои штуки в бронную. А обычная кожа у тебя есть, типа не крутая? Так это обычная кожа и есть. А, типа я понял, шкуры, которые шкуры. Спасибо. Ну есть крокодилии, рептилии, но я не знаю, то это или нет. Не, она не подойдет. Ой. Че, идем, ребята? Иди сюда, Миш. Да. Ебать насобирал, ну давай тестить. Так, боевой топор, боевой молот. Да не, мне просто посмотреть анимации. Так, ну давай смотреть. Ага, ну коротенькая штучка. Ой-ой-ой. Жестко. Ну-ка, на контрол тоже смотри, что он делает. На контрол это... А не, это пинать. Ага, так. Вот это большая хуетень. Ой. Не-не, по себе не надо бить, потому что ломаем броню. Ну это как обычная дубина, короче. Нормальная, она неплохая. Кинжальчики охуенные. Это просто дубинка. А это попьё сейчас должно быть последнее, да? Последнее, наверное. О, ну-ка, вот оно. Прикольно. Во, вот оно охуенное. Но только ты стоишь, ты не можешь двигаться, блять. Это на контрол ты нажимаешь? Или? Нет, это обычное. Вот это правое, это, а на контрол тоже пинок. То есть, ну погоди. Это что у вас там? Покажите, я тоже хочу посмотреть. Копье? Копье охуенное. Я у тебя, Санёк, копье дерну. Да, забирай, мне ничего не забирай. О, ебать! Да, копье хорошее. Это звучит пушечно, да. Да, самая пиздатая стойка. Так, типа, ну смотри, Лёха, осталось из этих возможных вот такие варианты. Что? А, ебать. А, да, Фредди сейчас скину. Пак, там ещё кровотёк накладывает. Боевой топор. Боевой молот.
Смотри, он Смотри, Миша, видишь, у катана сейчас красное это будет. Я хуй знает. Санёк, погоди, не смотрю. Скидываю зрителю данные для входа. Так, сейчас. Смотрю. Прекрасное очертание. Правая кнопка мыши, хуяра. О, нихуя. Ну, если она кровотечение накладывает, заебись. Бля, анимация классная с копьем, когда стоишь. У нас здесь босс. Тесса а, бля, реально, Тесса клинок какая-то. Ну-ка. Тестим как раз сучка. По ней. Ебать, вы ее пинайте. Вообще уничтожили, блядь, просто. Охуеть, босс. Она Игуату нам убила, кстати. Во. У нее этот... Не, вот копье охуенное, кстати. Но надо будет только просить тебя чинить его. Самый главный момент. Несложно. Оно выносливо, по идее. Да, топор двуручный свой скину пока в ящик со снарягой. Если кому надо будет. Так, что я хотел, блядь, мне, наверное, там надо еще достроить. Так, ну я пока шмот скину. Который вот этот вот. Блядь. Ну-ка, топорик, что топорик делает? Ляп, ляп. Ну, такой топор. Да он щитом, наверное, используется. Да, да, да. А, он топор плюс щит. Конечно, он же одноручный. Прикольно. И дубинка, и топор, по-моему, одноручный. Блять, не хватает, да? Где я убил эту, бля, женщину? Что мне надо на нее еще? Камень, дерево, блять. Камень. У обычного меча, кстати, вы пробовали? У него самая топовая атака. Мувсет, типа? У него хороший. Да. Не, я не пробовал. Он выпад, делает два выпада, а потом какой-то комбо, типа, направо. Я потом копье взял, потому что у меня... Скоро перк будет доступен. Так, из-за пингвина я, честно, Джона Вика не жду нового. Типа... Который после переката... После первой части уже вторая, третья смотрелись второстепенно. После переката не тратить стамины и 25 пробития брони. Маша, 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 Маша. Пизда вообще. Бля, у меня характеристик столько. Раздень своего персонажа, Альгор своего раздел. А есть еще метательный топорик какой-то, говорят. И его можно с этой хуйней взять в руку, с топором убегать. Вот же он, красавчик. Как этот, как тролль варлорд. Великолепный. Лучшие анимации подъема, забирания. Достойно. Все, насмотрелось. Бум. Это я. А метательный топор сможешь Джокер скрафтить? Я просто не знаю, что такое метательный топор. Я не знаю, наверное, нет. Тебя если нет, ты вот этот топор не можешь метать, значит... Не-не-не, там могу. Какой-то есть рецепт метательного топора, мне говорят. Я посмотрю. Так, теперь что мне нужно для... Стальной метательный топор. Ай, да, блядь. Это остальные инструменты нужны. Я присесть хотел, блядь, а вместо этого на Ctrl нажал. У тебя 50 железных брусков, дерево, бечевка. Ну, бечевка есть, железные бруски надо. Накрафтились. Че, пойдемте, интересно. Может, в этот сходим? В данж с пауками? Я бы пошел попиздился бы тоже. Погнали в данж с пауками сходим. Как долго делаются. Мне тут еще, мне тут еще скинули, где данж пиздатый, но что, я Родос? Не хочу открывать. Ты там топор, говорил, двуручный оставил. Да, да, да. Можешь его мне взять? Возьму. Ударь, смотри, короче, у меня... Вот возьми катану. Так. Дерево в руки, вот я скинул. Вот. Ага. Так. Нажми Ctrl, удари меня сразу, да? Ctrl Раду и удари сразу. Колеса стоит, так Раду тоже там рабов готовит же. Он же готовит лучников, хорошо, мне плотники давай. Надо. Это, а, это... Это но нажми Ctrl, походу. Стойку, типа, стойку, держи Ctrl. И ударь так. Сразу меня. Просто не, если вы мне пишете просто. Что-то и не выделяете меня, то шанс заметить войдет. Сообщение, когда я что-то ну, активно погруженно запомнил, делаю... Запомнил, сколько хп? Да. 5%. А теперь нажми Ctrl, и когда у тебя... Хуйня засветится, нажми левую кнопку. Понял? Вот еще раз. А, ебать. Именно засветится. Ты сквозь когда? Меня пролетел сейчас, ты видел? Да-да, вот. Да, больше урона. Урона. Ага, больше, ты по-моему, сказать. Больше. Мне не нужна эта катана, если. А. Ну, катана не знаю, это колесо для приключения, но только один раз нужен. Тут же много наверное. Человек надо все будет. Пойду. Прикольно, что кровотечение тут наносит именно. Процентный урон, они какое-то конкретное количество. Здорово, черепаха. Вот. Как сервак много народу, сервак заебись, народу, ну вот уже. Ага. Достаточно играет, много. Понял. Ну куда она прикольная на самом деле. Даже не знаю, с чем хочу бегать.
Но она медленная какая-то. Даже топором он машет быстрее, чем катаной. Не знаю, пингвин. Я в Геншин не играл. О, я играл в Геншин. Чё надо? Музыка, говорят, как в Геншине напоминает немного, которая играет. Ну, там же от локации зависит музыка в Геншине. Видимо, да. Ну, я недавно играл в такой Геншин. Называется, сейчас вспомню, как называется. Хогвартс Легаси называется. Вообще, чисто Геншин. О, найс. Так, надо камней пойти накрафтить немного. У нас, кстати, пиздец, опасность. К нам должны прям вот буквально сейчас явиться. Не, ну еще не заполнилось. А, только когда заполняется прям? Угу. А я могу на две попробовать установить вот так вот, не? Говорят, тут есть DLC со Шварценеггером. Охуеть. В Конане? Арнольд. Да. Бля, ну Конан так-то. Ну... Неудивительно, что оно такое есть. Ну, Арни классный чел, конечно. Вы же должны были пойти в этот. В данж. Я готов идти в данж уже, я собран. Ну, я в принципе тоже на самом деле готов более-менее идти. Ну и кого мы ждем? Что мы сиськи мнем, ё-моё? Я просто люблю помять сиськаны. Нельзя помять сиськаны? Сискомёты тут наверное, не место. Не нужен. Нет, я не люблю метать сиськи, я люблю мять сиськи. Ладно, сиськомятным тоже нормально. Сиськомятным нормально? Ну все, хорошо. А то я что-то уже это забраковал сиськомятие. Не нравится ему, видишь ли. Нахуй нужна вот эта сумка, блядь? Ну все, погнали тогда в данж. Нахуй надо. Хули мы тут сидим дрочим? Да. Ну что, чек с реагентом, блядь? Бежит так мемно, конечно. Иди сюда, блядь, давай. Какой калибр у зенитки? 50 БМГ, нахуй. Такс. Ну что, мы сиськи менять будем, боядем, не? Я уже бегу в данж. А вы куда? Ну что, мы идем, не? Я уже бегу в данж, а я не знаю, вы куда. Родос должен был еще раз сказать. Ну что, мы идем, не? О, я уже бегу в данж, а я не знаю, вы куда. Так. Джокер зашел в игру, чтобы купить себе кастомайзер и сито АФК. Так, Родос, топор я тебе возьму, если что. Хилки надо кому-то взять? Я вам сам даже накрафтить могу, но я думаю, мне хватит. У меня достаточно. Я на всякий пожарный возьму второй этот себе стак. Это мы оставим тут, этот норм, это норм. Есть DLC с баром, борделем, и стриптизерами, девочками, мальчиками. Можно нам на сервак. Так, ну все, я бегу. Жуков сейчас наемся нахуй со всей силы. Бля, ну не знаю, Кемыч, блядь. Ты меня отслеживаешь с 17-го года, но твои сообщения, блядь, только сейчас, охуеть. Как ты мог прожить 6 лет, блядь, без сообщений? Действительно, блядь, это невозможно. Так, даже ни одну пасту в чат не скинул. А ты, Родос, где вообще, блядь? Я дома. А, ну я думал, ты просто уже вышел. Нет, могу выйти сейчас. Не, ну я имею в виду, мы же бежим потихоньку к этому. Я, короче, пока бегу через вот эти пункты наблюдательные, защищу их. Поубиваю типов. Я уже отпиздил там всех. Да, они же мертвые, появляются, да. Быстро. Мертвые. А, мертвые до сих пор? Бля, ну ладно. Я иду к вам уже. Я вот прям по трупам иду. Если что, там будут пауки, поэтому аккуратнее. Да не, вот появилась девка. Повезло, повезло. Пауки. Как говорится, пауков боятся. Охуенная. Тема, сейчас я скину тебе в личку. Можно играть. Сейчас я скину тебе в личку. Не придумал. Уничтожение. Так, железные стрелы для Алексея. Что, может, мы большого дракона убьем даже? Ебать, босса. Большого дракона убить круто. Да че, бля, вон типы тут нахуй все реснутые, блядь. Нету тут живых, блядь.
Скинул в личку тебе. Можно летать. А у пауков лут лежит. Я знаю, но кинжалы может только Джокер кинуть. А Джокера пока что. Он тоже кровотечение накладывает. А все, я ушел, Джокер. Мужики, ебашу пауков, как будто бы их нету. Люто. Блять, да ебаные лучники, нахуй, хуесосы. Я помогу вам еще. Ах ты ебаный паук! Решил впрыгнуть в меня. Бля, ну кинжалы, сука, ломаются быстро. А это что такое? Палатка черная. Нашел что-то? Палатку нашел, прикинь. И там что-то есть? Не, ну палатку можно установить ее теперь. Здесь палатка. Ебать, она огромна, бля. Друг друга захуярили с пауком. Вот такую палатку Миша нашел. Посмотри, где ты. Я пойду, Дос. А, ты дерешься. Но они похожи. На нахуй. Надо камбузи еще правильно. Ты что можно эти по этого типа собирать? Железо? Железо, вот, да. Вот такую палатку нашел, видишь, как вот это? Можно ее вот так поставить. А, вот так поставить, охуенно. Да. Огромную палатку, блядь. Охуительно. Дома поставим. Каменная дубина, железная стрела. Ты туда кот сильный. Возьмем. Бля, можно взять вот этих. Раз. 20 штук бинтов. Раз, накрафтить. Два, три и правой кнопкой. Там дома нормальные бинты же. Да я вот такие чисто знаю, чтобы лечить небольшие повреждения. Вот бинты, кстати, которые я скрафтил, ну эти, они в два раза быстрее этих бинтов лечат. Жестко. Родос, топор, быстрее, топор-то надо да, тебе? Топор хочу, да, да, давай. Это двуручный, да, считается? Да. Но он хороший на самом деле. Челопуника. Да, пауков, блядь. Но пауки такие, да, мерзкие. Пауков и хор что не добываешь? А тут и хор добывается с пауков. А нам нужен и хор вообще, мужики? Что нужно? И хор. Да хуй знает. Что такое хор? И хор, это вот паучья... Кровь богов, короче, это. Бля, кузнец второго. Ну. Блять, у меня колдун тут, сера, сука. Еще какая-то. Соль. Сера, соль. Бля, топор пиздатый, Миша. Топор хороший. О, чё, тканевая наплечная сумка. Суп из семян, бля. Ну-ка. Бля, вот шкура пантеры, как думаешь, это крепкая кожа будет? Бля, может взять потестить? Вообще, если только хитин добывается. 100% это будет. Надеюсь, хитин нам нужен. Карта мертвого колдуна, отканный мешочек. Жопу. Блин, с неудачным заклинанием. Может быть, теряем наборами можно, но... Не знаю, надо тестить. Опа. Это жесткий? Да нет, блядь. Он просто хэй-хэй-хэй орёт. Ровенько вроде. Хэй-хэй-хэй. Не, копье мне нравится, что на дистанции типа держишь и все. Это хорошо. А вблизи, блядь, если надо, Саи достал и, бля, ебальник порезал. Железные стрелы. Я взял, я для Лёхи их собираю. Или ты тоже стреляешь из лука? Не-не, я стреляю, чтобы их собрать дома. Так. Что, Джокер, ты идешь к нам? Собирайте чипа колдунов, а что они дают? Я надо думал, максимум украшения какие-то. Вес брать. Я пока ем. А что дает возможность больше приятного веса переносить? Блять, пауки... Это пауки мертвые или живые? Это вроде бы. Это живые, блять. Ликор был тут вроде бы. Где? Я на входе буквально уже чуть-чуть прошел. Ну они просто так стоят, как будто в актии. Да. Санёк, ты пока стоишь, защищай взглядом нашу деревню. Железо будем копать? Можно. Я сначала пойду, наверное, пиздиться все-таки. Мне кажется, что вот эта хуйня, которая это груз. Стамина, ты говоришь, да, да, типа она на стамину влияет. Это не 100%, но мне так кажется. Насколько хорошо меня видно? Ну, если честно, так хуй заметишь, если ты не двигаешься. Я ниндзя!
Стрелы скинуть тебе, ниндзя? Давай. На, 13 штучек. Крепко это слоны и носороги говорили. Да, носороги в саванне, они чуть выше нашего этого. Сила тоже немножко веса дает. Ага, хорошо. А, на скорость восстановления Родос, говорят, влияет. Но это важно, это пиздец как важно на самом деле. А вы серу добываете эта штука? Но пока сейчас пока нет. Не добываем. Не нужна, но тогда. Бать, ты его уничтожил. А, так, лол. Мы что, вообще они... их они долбим, как... да. Слабенькие как будто какие-то. Мы кого-то покач. С трех ударов хватает. Да сука. Ах ты паукан ебучий. Ну с копьем, конечно, ты не быстр. О, левел, найс. Так, вы говорили, что мастерство это тоже этот. Скелеты. Переносимый, поэтому я, наверное, возьму мастерство. Хуяли скелету нельзя пустить кровь, блядь. Ну, ладно. Понятно, на самом деле, почему. Блядь, тварь. Сука. Ебать, за скелета насыпают этого. Опыта, да. Опыта, да. Ай, блядь. Нормально. Вот ты нормально его так разваливаешь, на самом деле. Косточки режу. О, у них этот есть. М? Железо. Да, сталь вообще. В них сталь, не железо, да-да-да. Ой. Сталь, круто. Бля, ну не знаю, мы их долго пилили, и трое было нахуй, а там впереди, сука, их 10. Нормально, тихим нормально. Ходом, блять. Сейчас вот этих вот лучничков быстренько разъебем. Не, лучнички вообще отваливаются, дай бог. Сейчас я его замарширую нахуй, да и все. Ну, с остальной снарягой, конечно, полегче бы было, наверное. Слушай, ты очень быстро их убиваешь, катаной, это пиздец просто. Катана очень классная, мне нравится прям катана, да. Катана охуительная, походу, вообще. Только я перегружен. Пацаны, возьмете хитин? У меня вот 140 хитина. Не, выкинь нахуй. А я не знаю, я не брал вообще ни хитин, не собирал пока. Все, понял, ладно. Но мне просто говорили, типа, собирай хитин. Я могу вот тут в проходе вставать и пиздить. А, давай. Ну давай, да, так и сделаем. Я могу попробовать стрелу откуда-нибудь пускать. Вот она, копье. А, сука, убежал, блядь, уебан. Не, не могу так. Ой, бегут, 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 бегут. Ой, блядь, а меня зажимают, парни! Беги, Миша, убегай. Все, убежал, убежал, ага, убежал, стою в проход. Ай, тыкай их. Блять, вот от первого лица тут не хватает геймплея, если честно. Так крути ролика вперед, нет? Нет, не, ну с оружием нельзя, типа. А. Да, с оружием не даст. А, нихуя, скелетов пиздят пауки. Да может Алькур сюда с катаной залетит. Блять, вот теперь меня точно окружили, парни. Понял, я просто. Иду. Я в скелете, блять, застрял. Дайте выходим, выйти, дайте выходим. Выйти, дайте выйти. Ну кто, блядь, предай стоит, нахуй, не дает пройти. Да я уже ушел далеко. Там, Миша, они меня уже ебут теперь. Пацаны, пацаны. Получается отойти? Нет. Нет, все, я походу умру. Пришел, блядь. Мишу спасать, блядь. Ну вот я также нахуй там застрял. Все, я умер. Пиздец, блядь. Нормально, не страшно. Надо просто их чуть-чуть подбивать. Я сейчас подбегу, труп взлутаю. А, ну слушай. Дробящее нужно. Змеиное гнездо исследует ваши земли, вторжение начнется через 10 минут. Да, Ивановна, блять. Погодите, а кто застроил мою... А теперь выйти не могу, да? Угу. Что случилось? Мою лежанку застроили. Там лестница, блять. Да. И чё там сейчас с ней? Ты можешь Джокера попросить помочь? Я тут, да что? Ты можешь перенести дубильню или лестницу убрать? В каком доме? В Мишином.
А, я могу ее разобрать только. Наверное, вы разбирать или как хуя выйти. Нормально? Хорошо. Ну вот, и как 300 спартанцев я вдвоем ушел, держать. Я стамины. Блять. Стэпром стак. Да-да-да, нормально. Он отходит, встал, отходит, отходит скелет, хорошо. Ну, а куда я перенесу? Так, еще одного завалил. Да куда угодно завалил. Просто. Или лестницу нет. Убери. Разбери лестницу. Можешь вот забрать ее? Да. На, вот, все. Я сейчас могу лежан принесу. А, сейчас. На правой кнопкой истрачу стамину. Тебя убили? Кто тебя убил? На, скелеты. Здесь ваш армор взять. Давай. Не, я, так я с себя возьму. Закрой так дверку, не забудь. Мне просто за армором нужно сейчас, а потом это, а потом змеиное логово защищать. У нас сейчас змеи придут. Готов заменить, если что. Я этого добью. Здесь, ладно, добей сам. Ну тут двое осталось, можно уже... А, ну вот трое, но сейчас один умрет еще. А четверо уже, сука. Ну даже надо выйти. Блядь, да ты меня пиздишь, Родос, больше, чем скелеты. О, я лапнулся, кстати. С 31... Вот с 31 левел качался уже, это... Дольше гораздо. Я еле 30 поднял. О, я получил уровень просто так. А, видимо, из-за того, что я побил этих скелетов, вы их убиваете, я продолжаю левел лутать. Да, кучи случай, блять. Фух, блять. Ну, стальные, да, слипки. Можно вот сюда теперь. Да. О, это, блять, алькор. Ебать, стальной топорик, нахуй, с него. Неплохо. Это нам надо. Стекло. Главное успеть вернуться до атаки змеиного логова. Может сюда зайти попроще будет. Темно, блять. Нету этого. Чуть темно, да. Че, дракона будем пытаться убивать? Еще скелет. А там еще скелет идет. Да, вижу. Но о, сюда, там, там, блядь, коготь смерти какой-то, блядь, Родос. Просто я боюсь, чтобы он не ваншотнул. Да, блядь, может быть такое. Он учитывая, что тут все остальное, блядь. Ты его пиздишь? Не. Ну, рог торчит, видишь? Вижу. Я попробую, Миша. Я просто увидел полоску ХП на секундочку, блядь. Я вижу его полоску ХП. Что там? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, я вернулся, где он? Ой, урон вообще не носим, Родос, блядь. Ох, ебать. Там лучник, скелет. Ну, он два раза меня ударил, кстати. Не так уж и больно бьет. Бля, ну, не так уж и больно, но урона мы вообще не наносим этой твари. Ну, видимо, надо долго. Еще скелеты подходят. Очень много скелетов еще подошло. Еще 4 скелета прибежало. Среди них лучники. Ну да. Да, блядь. Бляха, муха. Погнали дефать, у нас 9 минут просто. Да успеем. Успеем, ладно. Мне просто нужно стрелы еще накрафтить, чтобы успеть. Ну, есть идеи, как его убивать, у меня не особо просто. Хотя я могу. Нам нужно добить вот этот скелетов сначала. А, это для рук. Да, скелетов будет убить сначала. Мне все говорят, дробящим по ним бейте, но что-то... Ох, блять. Ну это надо к нему. Ой, заходить нормально. Просто. Скелет мешает пройти. Да, и башен скелетов. Блять. Давай, я отойду, похиляюсь. Не, тут можно в комнату эти пожить. Да, блять, да, а да. Меня... Вы меня так это подтолкнули туда. О, хорошо вышел. Выживаешь, Родос, там нормально? О, Джокер пришел. А че, хилка закончилась? Добейте скелетов, он забыл. Бью, бью, бью скелетов, бью скелетов. Он не так больно бьет, кстати. Сам дракон-то? Да, он хп
20. Одного скелета добил, один еще жив. Я с ним рамшусь тут. Не вижу скелета. Вот он, блядь, стоит. Вот этот? А, ну их двое. Реально. Ну за мной бежит еще один скелет. Скелет. Атаковался босс, но скелет за мной. Я скелет. У меня трое скелета здесь, парни, на мне. Так это давай, не босс на кого-то. Ты просто, кого-то ты просто вперед нахуя побежал? Зачем не понимаю. Вперед, да, блядь. Давайте их убивать уже, раз все. Так мы не агрим, мы потихоньку агрим. Да раз уже они наагрились, то надо идти, я считаю. Не, вот их надо убивать, помогать Джокеру. Ну вот я лучника разбираю, который сагрил. А, там еще один лучник, блядь. И вот этот еще бегает, хуеплет, ага, блядь. Ага, вижу еще одного лучника, ага. Ну я просто хил, блядь. Ёбаный, бро. В стену куда-то убежал. Спасибо, Родос. За мной эта ебака бегает. Ну пока води ее просто. Че-то этому скелету похуй на меня, я, значит, могу похилиться. Она пока встала. Не, она пройти не может. Блин, почему именно я? Не, после этого сделал? Можно пиздиться. Да, конечно, можно. Просто мы за 7 минут успеем? Да, да. Да? Окей. Все, да, поехали, пошли ебашить. Давайте. Все скелеты мертвы. Ну, крокодила, мне кажется, мы вчера побыстрее выносили. Ох, нихуя, не, нормально, дамаж, все. Попробуй кровотечение или кровотечение там нет. Не, не. Да он же, блядь, скелет. Он как раз сам вешает кровотечение. Ну, повожу его, вы. Не, погоди, да это так невозможно. Крути его на поместье, вокруг него крутись. Потому что так, блядь, мы не успеваем даже. Я не могу даже его ударить, блядь, просто. Там он его бьют, я смотрю, нормально. Я, блядь, один бью нахуй и все. Да. Вы все не успеваете, просто. Все, кручу на месте. Да просто на месте, да, вокруг ходи. Переагрился на вас, по-моему, на кого-то. На дотера. Захиливаюсь. Ладно. Иду. Ща ему въебу, блядь. Он мне всю стамину выбил, а не ударом. На кого-то переагрался, на радугу. Это хорошо, сейчас мы его выносим. Да, он реально стамину жрет. Решил меня цапнуть немного, хотел. Да что он реально стамину жрет, этот, блядь? Да, сюда. Я тебе могу помогать. Если бы мы сейчас... А, я тебе могу кьюшку скинуть. Бэ, а я тоже не могу Джокер скинуть. Почему кьюшка на него автотачится? Скинул. Снимаю, он все равно... Пильте свой, умрёшь остаток. Я умру, да. Не умирай, я просто бегай. Силки закончились тоже. Ладно, сейчас я выйду я из комнаты. А, ну или так. Блять, походу он нашел новую цель. Да, он на меня нашел, все. Держу его на себе. Талькора вы, блять, с его катаной или... Чем ты скелетов ебашил? Катаны, но катаны не особо. Было. Говорят, вот молот, который Джокер, блядь, делал, двуручный, вот он охуел. Да ебать, я его вообще сами пижу, блядь. Скелета, блядь, вот выбор нахуй оружия. Мне кажется, мы не успеем за 7 минут. Мы не успеем за 4 минуты, да, у нас 3 минуты прошло, это все, что мы ему сняли. Мне его надо сталью, наверное, бить. Так идите домой тогда, если нет смысла с вас. Убежим, ребята. А ты типа тут останешься? Нет, ну я постараюсь еще. Я тоже постараюсь бить его. Я просто жду хилки своей, хиляюсь. Да пиздец, я слабил ровно. Кто он переагрелся на вас? Отхиливаюсь и вхожу в него. Вот у Родоса сейчас дробящая, кстати, да? Да, я взял дробящую. Нормально. Там кто-то умрет сейчас, похитит. О, затупил, затупил, блять. На меня опять переагрелся. Блин, фанальный фан бы вырубить. Своим больше урона, чем он нашел. Ты так говоришь на меня, чудило. Нормально, пацаны, треть сняли ему, нормально, блять.
У нас лучников нет, да, шокова там? Да, блядь, лучникам, мне лухам кажется, столько наносит, же будет вообще, наносить, вообще не конечно, урона. Блядь. Угу, по скелету ни капельки не проходит. Да ебана в рот-то, блядь, а? Стрягался. О, хорошо, вот это ломать брони, которые ломание брони, да, кто-то делает. Ломание брони, имба. Да, но я не атакую тут. Он меня сейчас отпиздит уже, блядь. Блять, вот меня. На меня перегрел. Босс меня не бьет, блять. Я бью тиммейты нахуй. Давай с копья пробую. Я вам по хвосту ударил нормально там. Попасть тяжело, он ходит, да. В бок подходите, не за ним, а в бок подходите к нему и ебашьте сбоку. Блять. Радос, блять. Хорош, въебал. Я уже нахуй не уже не смешно, блять, вообще. Ну здесь анимация такая, на. Факт. Перегнулся. Сейчас убьет тебя. Кто там танцует, блять? Да, 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 я. А, это стойка на стамину хавает, Коля. Она разрезает атаку. А все стойки такие стамину хавают. Но у нас полторы минуты, мужики. Успеем, блядь, за полторы его распределить? Ой, блядь. Да ебаши. Да я боюсь, что у нас придет, блядь, хуйня и разломает нам весь дом. Да, кто там не разломает? Они там тоже тупят 10 тысяч лет, эти мобы. А, да? Да. Взял агр на себя. Нам бы вот с молотом кого-то, чтобы он его занял. Да, да, сейчас Радос должен прибежать с молоточком. Молоточек у Миши, или ты не успеешь взять? Нет, ну, я бегу как бы, но прикол в том, что, блядь, там пауки меня отпиздят, мне кажется, по дороге. А, они могут отрезаться, факт. Я шел их не было. Я ему кровотечение не накладываю. Ну, потому что удивительно, почему ты на него кровотечение не накладываешь. Понял, он скелет, блядь. Ты же, блядь, не Даркин Даркер, нахуй. И ты не на него кровотечение накладываешь, а на меня, блядь. Это паук? Это Джиггернаут. Да, это Джиггернаут из этого. Из подземелья. Да, из анмача. Его маленькая версия. Ну там Джиггернаут вообще ебал, да, так-то. Страшно. Это его сын, пиздюк. Сука, блять. Зря ты, Миша, хилишься. Пока просто бегай от него. Когда переагрится, тогда похилишься. О, переагрился. Или это он за тобой так? Не знаю. Это он я за мной, хиляюсь. За мной. Ага, все, хиляйся. Я провожу. Вот она на него плохо работает. Да. Не, нормально, у него почти треть осталось. У меня стамины миллиард просто. Ну заебись. Я быстрый, как молния. Я ему на перерез просто бью. Да, да, да. Да, мне интересно, это вся раба, блядь. О, нет. Гнездо атакует. Да, надеюсь, он нахуй пойдет от мины гнездо. Я надеюсь, они будут тупить, как вчера, блядь, 10 лет. Я уверен, что нет. Я уверен, что они сейчас придут и разъебут нам. Ой, весь. Ой, кто-то ногу подрезал. Ну, это замедление кто-то на него повесил. Ну, кто-то дополнительным этим у оружия. Переагрел. Копье вроде, да, может? Не-не-не, это не копье. Пауков я убиваю. Ну, у нас две катаны и копье. Угу. Я думаю, это копье было. Ну, я пришел, но вопрос. А, ну там они застрянут, наверное, они не зайдут. Кто застрянет? Да, блядь, почему по хвосту не да, засчитывают урон? Да, застряли. Ты переагрелся, походу? Да, на меня. Блядь. Ага, иду. Можешь шифта, Джокер, атаковать. Нажимаешь шифт и левой кнопкой. У вас кружится голова. Давайте, давайте, пацаны. Ай, блять. Уёбок. А есть такое, что попить? Yes. А, у тебя обезвоживание, типа, я хиляюсь. Ну, я пока босс просто агрен, я, увы, не могу. У меня есть попить, Саня. У меня есть, я скинул под себя. Какую-то дрочь, походу. Скинул.
Просто мы не с тем оружием пришли на него. Да, мы, если что, вообще не по уровню сюда пришли, но по приколу же хочется убить его. Ебать, меня пауки повалили. Провались сюда, что ли? Я успел паучку еще до два этих, два пизделя выдать. Так, ну я напухался. Хорошо. Мне хуёво. Так ты набухался, что хуёво? Бля, скелет реснулся, парень, скелет. Вижу. Блять, это если они сейчас все реснутся, это хуёво. Водите, на ком босс, просто убегайте, не делитесь с ним. Я буду босса потихоньку разминать. Потому что скелеты начинают реснуться, это овер хуёво. Ещё один реснулся. У меня отравление алкоголя, у меня стамина не останавливается. Ебать, уровень получил, нахуй. Там скелет убивает. Угу. Джака, не стой! Нам бы всем на скелетов будет переключаться, когда скелеты рессуются. Да вот надо... Было. А чё стоим? Потому что вот ещё один реснулся. Один со скелетами дерется, а чё? А, вот. Я даже стамина, я умираю почти. На, Джокер, пойди, снизь. Блять, у меня сейчас скелеты вдвоем отпиздят. Мужики, кто-то еще скелетов убивает? Нет. Как переагрился, уёбок? Пойду скелетов пиздить твоих. Спасибо. Еще резнулся скелет. Потому что сейчас они нас просто толпой зажмут, и все, нам нужно адов убить. Ну, блять, по факту. Можно съебаться, наверное, поздно. Ой, тут золото есть в сундуке у него. Бля, жестко. Мужики, я бы съебывался. У нас там база рушится, тут скелеты рессуются. Ну, можно съебываться, сделать регрупп, сделать стальное оружие по возможности, блять, и вернуться. Там просто тоже скелеты. Блять, я голозадый, у меня спиздили ноги. Что за... А, они сломались. Ебать, они сломались. Скелетов и пауков, мужики. Отступаем, ребята. Отступаем, блять. Через это тоже надо пробежать. Просто пробежать и все. Да. Ебать, а я не знал, что ломается прям полностью, если не чинить. Пизда, ты как попал? Бля, козырь мужики... достал, да? Бля, пиздец. Сука, уёбище скелетное, прыгай, блядь, прыгайте, хуесосное. Да я не могу прыгать, у меня нет стамины. Там есть место, где ты не прыгнешь. Что, не восстанавливается, что ли, стамина? Или да, что? У меня из-за того, что у меня отравление алкоголем, оно не восстанавливается. Ёбаный в рот, мужики, блядь. Вот этого паучью мне пиздоту тут сзади оставили с кайфом вообще. Так никто не бьет, мы просто бежим. Бля, я там половину пауков убил для тебя. Пауки просто в меня залазят и сквозь меня проходят. Все, 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 заебись, заебись. Я там чай за собой. Выбегаем, выбегаем нахуй. Надо домой бежать, потому что мне кажется, нам там уже базе пизда. Ну там, возможно, они подходят, но не думаю, что они сломали прям. Блять, они меня трахают нахуй, падая мне, прыгая на меня, наебало. Ну это... они так сражаются. Я босса почти всю катану разъебал. Сука, блять, бегут за мной еще уроды. Силится кто-то, это рекорд. Ой, все, у меня прошло отравление алкоголя. Хорошо. Нехуй бухать, Саня. Алкоголь пьешь. Мне дал кто-то 7 круз. Ай, блядь. Со скалы сорвался. Со скалы не смог убить это зацепиться? Да там она слишком пытая и... Здесь его не убил босс-дракон, его не убили скелеты, его не убили пауки. Да, пацаны, нахуй. Пацаны, я зачувствую, нахуй. Базе пизда? Базе пизда, блядь. Жестко. Жестко, да. Это опять змеи, нахуй, Миша. Ну да, змеиное лого уже написано было. Там же на пол экрана, блядь, написано было, что змеи идут. Нет, мне не было ничего написано. А, как это, блядь? Я был в пещере, мне не написало нихуя. Хуйня какая-то. О, я слышу, как они базу ломают. Да, они разъёбывают. Разъёбывают в труху, блядь. А хули мы раньше блядь? Не ушли, блядь? Долбоёбы, потому что. Да забей, ты со змеями бы нихуя не сделал. Ну, может быть, обычных мы бы ковыляли еще что-то до около, блядь, но... типа, босса мы бы нихуя не сделали. А, нихуя там. Ебать, это что нахуй? Ебаный в рот, блядь.
Ну да, это пиздарики. Бля, короче, надо, надо быстрее набирать хилки. Ресы и валим нахуй. Я перегрил их на себя. Все на меня пошли, все. Бля, надо быстрее собирать хилки и отбивать их, ебаный в рот. Набирайте хилки, у меня тут в этом сундуке. У меня тоже там в этом есть уже, в алхимическом столе. Надо драться с ними нахуй. Блять. Ебучие змеи. Да не, не будет фул вайпа. Никакого вайпа не будет. Даже если нас отпиздит, мы просто новый построим. Нельзя давать им ломать. Ломают дом, суки. А змеи еще я. Блять, да. Это вообще пиздец. Но я отагрил часть. Ебать. Как смог. Почему мне иногда, блядь, лук перестает стрелять стрелами? Он просто типа делает ебать, что всем кровотечение. Потому что ты когда да, да, Саня, их кровотечением а надо убивать. Вчера такое у меня было. Только они меня тоже в ответ отравили. Ну конечно, блядь. Два раза. А у нас есть антидот? Антидота нет, антидот. Есть хилки, много хилок. Бля, рабау. Они больно бьют прям? Они пиздец как больно бьют, блядь. Ох, ебать! Мать, я к такому урону не был готов. А туда можно строить на скале. Ну-ка, вот сколько, блядь, его добьет кровотечением? Если добьет, блядь, не добило нахуй. Пиздец. Вот отагрились бы они все еще. Да ебал в рот! И шлем, суки, сломали, блядь. Причина смерти — яд. Да ебать, они кусают. Они еще яд каждым укусом накладывают. Да. О, блять, это бессмертная змея у меня тут нахуй. Помнишь, как вчера была Радос? Не совсем. Ну, бессмертная, которая, блядь, хилится супер быстро. А, она типа отагревшаяся? Да она уебищная, нахуй. Так, я убил одну змею тут, сейчас она дотечет. Одну убил, блять. У меня тут пиздарики, просто сколько новых змей. Какая же это мерзкая хуйня. Меня замаслили. Жестко, Саня, появляйся, дерись. Блять, они сучки ебаные, конечно, блять. Они вообще ебут жестко. Я мимо бегу, она просто автоим кусает. Змеи вот и носороги самые хуёвые. Чё, носороги могут напасть, блять? Суки ебаные. Вы не готовы. Жить, нормально. Так, а чисто теоретически, как это переживать, вот? Вот у тебя должны быть лучники там. У тебя там должно быть все там вообще. Тердос это... О, блядь! Я думал, она перегренная, блядь. Две змеи есть. Они на меня загрелись, Тердос. Я знаю, я. Я их 3-5 кручений накладываю и убегают от них, нормально. Ну давай, вот если мы вот так вот будем переагривать их друг на друга, то будет заебись. У тебя загрена, да это тоже пиздец. Ну там очень мало кто-то. Там еще одна. Одна умрет. А, ну и я умер тоже. Там вторая может умрет еще. Нет, блять, одна умерла. А они могут как-то перестать атаковать? Бля, пацаны... Типа, чё? Вдруг. Мне сломали кровать, нахуй, я появился в пиздюшанах. Это пиздарики, блять. Пизда. Они просто спавнятся под базой, блять? Я только что змею видел, как она появилась просто. На похуй. Не-не-не, пока этих не отпиздим, другие не появятся. Я не могу с теми драться, они автонаводятся, наверное. Да ты тоже автонаводитель. Ну, ну ты... Они суки вообще. Использую их страту. Этот, скачай им, ебать. Это демоны. А суки ебаные, падают, блядь.
Нормально, нормально, осталось 4 змеи где-то. Да, на сервер можно попасть. Я не помню, у нее так рейндж там, 3 километра. Как вообще их дамажите? Не, лук имба, конечно, я вам так скажу. Единственное, у меня ветки закончились. О, это пизда. О, Санёк, Санёк, хорош, блядь. Хорош. Огроменная змеюка, бля. Нормально, нормально, парни. Есть шанс, есть шанс. С боссом что делать будем? Да, вот с боссом будет пиздец. Охуевать, что делать, блядь? А может, как они от вас отъебались? Вчера было так, что типа они закончились и они пропали. Вот. Да, 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 они типа проебали. Они на меня загрены, Саня, да, давай. Я схавал ядовитую железу змей. Давай. Прибуйся, плясься, яда. Хуйня. Ты типа хочешь в этот иммунитет выработать, да? Ну идея, Саня, блин, лютая. Я хуярю. Вообще хорош, Санёк. Мне там ноги. 5 кровотечений на одну наложил. Хорош, я 7 наложил или 8. А вы чем накладываете? Че за хуйня, блядь, ты че? Чем? Вы саями? А-а-а, понял. Это хорошо, что она отагрилась. Я капитан. Хорош, Санёк. Вот эту давай. Хорош, хорош, даю. Давайте, пацаны, люто, блядь. А кто мне кровотечение повесил? Либо Джокер, либо я. А, понял. Так, как починить катану? Кто-то может починить? Это Джокеру могу, надо. Да. Джокер скидываю. Графанов в доме. Так я это надо в доме, у нас танки надо чинить. Вот, скинул, на травяном ложе лежит. Все, всех убили змей? А, нет, не скинул, погоди. Не, написала бы, если всех убили. Да, да, слышу, где-то ползает. О, я вот сюда положил, в этот ящик. Она внутри дома, блядь? Пизда, парни, внутри дома змея, блядь. Нам железо нужно. Она прямо около сейчас раба, блядь, она его хочет съесть. Блядь, змеи едят рабов. А, это забагавшаяся, блядь. Бессмертная? Да. Мне ее надо с чьей-то помощью убивать. Я сейчас мне не хватает урона на нее. Мне нужно оружие. Так, хотя у меня есть какое-то оружие, иду. Прям в доме, да? Да. А ты уже сделал? В доме Мишани? Хотя? Да, вот. А, хотя не. Справляюсь, на удивление. Да, кровать радужно разъебана. О, нет. Блядь, может они отъебутся от нас просто и все? Здорово, Миникве, приветики. Мы пережили этот день. Ну это пиздец был, парни, если честно. Мне самое хуёвое, что я сожрал почти все хилки, блядь, которые были. Ну что, ты хотел на босса напали? Понял, чем он лук. Если я сейчас веток найду, можно будет от них отбиваться. Только ветки нужны. Лук, потому что нормальный дамаж. Стрей остальные инструменты искать. Искать их делать надо быстрее. А, у меня тут есть еще хилки. Что делать? Добывать сталь. Блять. Да, нам надо, если настройки, ребята, врубать, надо сервак будет перезапускать. Сделаем это, сделаем, потом перезапустим. Серпом деревья бей, а у меня серпа нету. Я побил. Вот, блять, лестницу разобрал нахуй кто-то, а заново не построил. Вот что, блять, за человек такой, а? Ну, Джокер просто времени не хватило на это. Он бежал нас спасать, так что не это. Не души. Камень дерева. Веток ни у кого нет или дома? А, дома наверняка есть ветки, кстати. Надо пойти посмотреть. Бля, надеюсь, тут еще не все сделалось. А, нихуя, все кирпичи сделались, охуеть. Люто. Напали есть кирпичи. Новые змеи или еще нет? Нет еще. Вот это я понимаю расклад. Не, мы в желтой локе, если что, живем. Мы типа не в зеленый и не в красный. Я просто смотрел карту нападений, когда пытался понять, как они работают, эти нападения. У нас типа средний уровень опасности. Блять, а такой, камень не взял, новенький. Сука. А, ну камней не было, потому что. Да, у тебя веток нет нигде, да? У меня есть ветки, Алексей. Сколько тебе надо?
В доме? Да. Все, что есть, блять. 908 штук есть. Ладно, 908 дохуя. В домике у тебя? Да. Да нет, колобок можно, но это надо, блять, так сказать, то быстро все успевать делать, короче, запарно. Я бы, Леха, на твоем месте на самый верхний этаж бы перенес эту. Блядь. Лежанку-то? Да. Чтоб змеи не сожрали. Бля, прикол в том, что посмотрите на уровень чистки, он уже опять почти заполнился, нахуй. Да. Так мы, возможно, он таким и был. Возможно, мы наоборот его уменьшаем каждый раз, когда их убиваем. Ёбаные змеи! Нет, все, что можно сказать. Растёк, короче, надо... Не, это тогда... потому что следующая атака готовится после этой, сразу же, практически. Бесконечные змеи? Ну, видимо, блядь. Но они уже должны где-то быть, кстати. Я пошел их искать. Может, они их нам на сервер? Джокер, а ты можешь починить кинжал починить? Да, железо. Игуана какая-то, блядь, тут была. На сервере других домов нет, почему они там идут? Ну можно, наверное. Но они могут и у нас это. Вроде быть. Бы отслеживаешь давно, это в чате, конечно, особо ивенты. Ничего не писал. Но вроде бы не писал ничего плохого, отстранений не было. Так, ну, благо, что не особо сломали ничего. А, Саня, мне оружие надо починить. Да, приносите железо так. И... приходите. Ну, у меня на бронном все есть, железо, все есть, оружие туда закинул. Да мне только железо принеси. Так вот железо лежит, Джокер, дохуя. Да, давай. Куда тебе скинуть, сюда? Ладно, 20 железа, я думаю, хватит, надеюсь. Да, я скинул еще кинжал. Так, тоже иду. Ну, не так еще критично, Родос, на самом деле. Да, да, я говорю, это еще не эти станки не ломались, нормально. В эту хуйню положить, да? 360 прочности. Да. Закинул, Саня. Ты видишь, как они ремонтируют? Да, да. Кулитен, горчанин, здорово. Да, кекомрад, можно будет. Типа, смотри, у копья 840 прочности, а у этих 360. Вот серу и серый крафти стальной огонь и на алхимическом станке добавлять его в печь. Блядь, перед домом палатка появилась. Ебать, нахуя нам эта палатка? А, ты она там прикольная. Ее поставил. Не, она выглядит на самом деле охуительно вообще. Да, жалко, ничего не дает, блять. А, ну на нее залезть и спасаться, да, можно, можно. Бля, парни, где новая змеиная атака? Я наверное, побежал быстро за алоэ, потому что, блять, если не будет хилок, то мы охуеть. Много хилок? Алхимический, дом алхимика вот лежит тут. Бинты пиздатые тоже. Дом алхимика, вот этот, да? Вот стол, да. Стол алхимика, все, спиздил два стака этих бинтов. Где стол алхимика? Ладно. А, вижу. Это какие-то пиздатые бинты? Да. А, да, есть лечебная повязка, есть грубая повязка, нихуя себе. Джокер, ты починил, да, кинжатчики? Ага. Да, да. Спасибо. Бля, Миша, ты можешь стать? Ага, я могу сам, наверное. А, не, не могу. Чё? А ну, Джокер, посмотри, ремонтный топор, ты можешь починить? Вот где снизу, он там лежит здесь? Вот он снизу, да. Бля, что, еще одну печку, наверное, делать? Я не могу. Или не ее? Перк плотников. Так, ну давай я... Да я поучу это. Там не сталь, там просто ремонт. Плотник. Или что там? Или нужно сталь? А, 31 уровень, я же могу двуручный стальной меч сделать. Мы можем скрафтить сталь, если что, это не проблема. Кстати. Да, Джокер DLC кстати. Взял себе. А, 55-й левел мне нужен. DLC это скины просто. Можно типа дома еще строить. А, я и кинжалы, бля, кинжалы хочу разблокировать. Как их делать, интересно только. Искусный плотник. А есть у нас искусный плотник уже? Улучшенный верстак плотника, который умеет делать. Улучшенный верстак плотника? Не, у меня такого нету. О, я взял. Не знаю только пока, как его делать. Погодите, если я строить мог, значит, если я строить мог, походу волна-то закончилась, эта ебаная, парни. Закончилась все-таки?
Не все крафтуют. Ну, строй-то можно, блядь? Да, ну хуй знает. Возможно, возможно. Нихуя себе. Вы знали, да, что в рецептах у нас не все крафты далеко? И кучу крафтов надо открывать по специальным местам проходить. Ну, да. Блядь, говорили же. Не-не-не, именно в каких-то местах нужно проходить. Стальной топорик появился, это заебись. Если себе кровать поставь, Рудес. Я поставил там хуйню. У меня есть на ремонт лука. Бля, не знаю, шалкуарище. Я, блядь, если вспомнить, пиздец, у тебя 68 отстранений, старик, блядь. Вот, блядь, ну, вот, блядь, типа... Так мало, типа... Нормис не нормис, как говорится. 68, блядь, отстранений, нахуй. Да хуя сообщений, но 68 отстранений. Ёбаный в рот, блядь, а. Легенда, блядь, в натуре. Семи морей. Хорош. Катана плюс щит. А у тебя все еще есть вот эта, вот эта вот атака? Нет. Нету? За кабанчиков, а при чем здесь это шелкуарище? Ну, типа смотри, на сервере присутствуют стандартные банальные правила. Удар щитом неплох. Вот. А если ты стандартные банальные правила на Твиче не можешь, так сказать, сдерживать себя, чтобы их не нарушить, то как тогда я должен понимать, что ты их не будешь нарушать на сервере? Читаешь книжки, учишься новому. Бля, пацаны, мне нужно, чтобы вы не кидали на похуй лут. Ищите там, где есть похожий лут, и кидайте туда, не кидайте просто... Бля, Вильхиор, ёбка страшная, блядь, вот эти чистки нахуй заебали, здесь, блядь, змеи слышно. Душат. Просто. А где стали искать? Куба валит. Знаю, могу тебе шалкуарище дать поблажку, кажется, потому что ты давний зритель печь, довольно. Печка какая-то. Но если кто-то там что-то скажет, какие-то моментики будут, вроде, то... Да. Ну, ты сам понимаешь. Надо качаться идти. Джокер, добудешь немножко дерева, пожалуйста? Косарь. Да. Немножко. Заново застроить дом. Блять, а может о броне новой тогда нахуй лучше начинать думать? Ну хотя это же там эти нужны динозавры с кожей крутой и так далее. Ну сейчас скину шелкуарище. О, так я щитом отбрасываю типов. О, типа два обсидиана упало. Блять, так много камня надо. Ремесленный стол, верстак плотника. Ветка, толстая кожа и шелк, блять. А где шелк найти? Не, мехакис, ну, да, попозже, может быть, старичок. По логике. На, ну, типа, хуйне, наверное, какой-то. Отслеживаешь с год назад, я не уверен, но сообщений, ну, вообще минимум. Если по сообщениям брать, то как будто ты два раза на стриме был за все время. Максимально убедительно. Ну, такое, старик. А шелк из паутины делается, а где? Вы паутину собирали когда-нибудь? Шелкуарище хоть и прохиндей, но я знаю, что, типа, он, ну, по крайней мере, шоун и кто он. Камень нужно, парни, камень и дерево. Клоуничает, конечно, но вроде бы не так страшно. Камни, дерево. А я не знаю, искус, у меня пишется 999, если больше 9, ну, больше 999, и все. И у него с нижней подчеркивание шеи делал самый правильный выбор в своей жизни.
Да, я посчитал. Бля, наверное, надо добавлять. Наверное, сделать эти. Огонь, так. Так, что я сейчас добавлю? Печки еще надо сделать. Чтобы у меня три печки условно здесь были. Так, сера где-то вот у меня чуть было тут, допустим. Вот есть сера. На алхимическом столе. Стальной огонь какой-то. И что, откуда, где это должно быть? Стальной огонь. Нет, вот такого стального огня. Где стальной огонь? А, просто 500 камней мне требовалось, ебаный в рот. Или не тут, а тут? Да, я понимаю, что дают. Толстая кожа. А вот, стальной огонь. Дёготь сера нужно, понял. Дёготь. Бля, смогу ли я две вот так серп поставить? Железный серп пойдет. Остальное мы не будем сера пока делать. Дёготь. Слишком жирно. О, ебать, могу, охуенно. Делаем стальной порошок, окей. Так, у меня, мужики, есть еще на верхнем этаже три этих улучшенных печки. Поэтому юзайте, так сказать, хуярьте. Супер, вот это хорошо. Это все. Пока тут пускай валяется. А, или хотя я, наверное, с собой лучше вниз заберу. Если я попрошу, пустишь? Да, Диавон, да. Проще всего, типа, випов МБ брать, странный. Ибо если слышал есть я чего терять, чтоб не париться и не смотреть каждого хотящего. А, не, ну почему, если зритель старый, то почему бы и нет? Я так понимаю, правила появились для захода. Да, быть нормисом, адекватычем, не кладь клоуном, не стрим-снайпером. В ящик все клади. Так. А ты, Миша, улучшил эту печку как-то или что ты сделал? Нет, я новую построил. Правильно? Новую построил, улучшенную, да. А, они нам дверь разъебали еще. В смысле, а что случилось, Димак? Ну, мы играем на сервере, который арендовали сами, типа, мы хотим играть нормально, без клоунады. Тогда нахуя нам пускать игроков, которые нам устают клоунаду, ну, по логике вещей.